В Дагестане с 18 по 21 сентября проходит вторая межрегиональная конференция по вопросам развития системы 112 на базе СПО ИСТАКОМ-СМ. Представители МЧС из 16 регионов страны прибыли в республику для обмена опытом и знаниями в сфере совершенствования возможностей обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья человека. Во время пребывания участники конференции побывали уже в поисково-спасательной службе Махачкалы, после чего они направились в Каспийский резервный центр обработки вызовов, чтобы познакомиться поближе с работой коллег. Встретили их руководитель ГУ РД служба 112 Джамалудин Багов, глава города Борис Гонцов и начальник управления Арсен Велиев, которые подробно рассказали о работе службы 112 в городском округе. Далее участникам провели экскурсию, показали кабинеты, конференц-зал, запасной пункт управления, центр обработки вызовов 112 и многое другое. В ходе встречи участники активно делились своим опытом с каспийскими специалистами, приводя примеры рабочих будней. После визита гости Дагестана отправились в ситуационный центр региона.